Иваново. Почти 170 лет назад поднялись здесь корпуса ткацкой мануфактуры. Теперь это фабрика имени 8 марта. Директор фабрики, герой социалистического труда Зоя Павловна Пухова, сообщила коллективу приятную весть. По решению Совета министров СССР на базе старейшего предприятия создается первая в стране ткацкая фабрика-автомат. В основание фундамента будущей фабрики ударник коммунистического труда Нина Васильевна Осипова положила капсулу с письмом к своим наследникам, рабочим 2000 года. Вот так вскоре будет выглядеть фабрика-автомат, где все процессы производства текстиля станут автоматизированными.